Лос-Анджелесе под легким дождиком проходит премьера фильма «Мир юрского периода». К негодованию поклонников красавчик Крис Прэтт приходит не один, а под ручку со своей тощей невестой Анной Фарис. Исполнительница одной из главных ролей Брайс Даллас Ховард, видимо, не смотрелась в зеркало перед выходом, иначе она бы заметила, что платье слишком обтягивает ее далеко не плоский живот. Хотели бы жить в юрский период? Нет, потому что динозавры едят людей. К сожалению, динозавров на премьере никаких нет, только изголодавшиеся по своим кумирам фанаты. А сами зубастые чудовища в это время таятся в метро, в прямом смысле. Создатели юрского периода притащили в подземку несколько созданных для фильма динозавров. А через несколько лет монстры, возможно, оживут по-настоящему. Сейчас мы только предпринимаем попытки создать настоящего динозавра. И, вероятно, некое подобие такого монстра может появиться уже лет через 10. Возможно, когда-нибудь мы сможем открыть целый зоопарк с динозаврами и назовем его «Миром юрского периода». Фанатам «Голодных игр» тоже есть чему порадоваться. В сети появился трейлер последней части трилогии, из которого становится ясно – Капитолию наконец-то придет конец. Снова стравливает лучших из нас друг с другом. Он должен ответить за все, что он сделал. Ну и Китнесс наверняка уже определится, кого из блондинчиков выбрать. Хоть бы Пита, он же такой хороший.